Так, ребят, задержку 120 секунд выставил я. Ждем начала, короче. Сейчас добавлю я запись. Так, все везде сделал, ребята. Отлично, короче. Записи не нужно, качество поменял. Врубил Twitch, кому Twitch нужен. Вот, сейчас, надеюсь, там все пойдет. Так, а что с рестримом-то, не понимаю. Короче, ребят, сейчас я быстренько перекушу. Сетку ждем, скоро сетка будет. Как только будет, я вам покажу ее и будем смотреть мы. Ждите, короче, Go4sc2 на горизонте. Так, ребят, обедаю, я доедаю, в общем-то. Образовалась сетка, сейчас мы посмотрим, что происходит. Так, вижу Димагу, ну увидите флаги наши. Ну все пар нет, Коу играет. Блая тоже пары пока нет. Слип кореец, тут есть Кас есть. А Стрэндж снизу, кстати. Тоже у него пары пока нету. Ну что, очень много СНГ в сетке. Будем надеяться, что играют хорошо. Ваня с Тарантиусом. Здесь Кин здесь есть, кстати. Так, куда я нажал? Назад я нажал, походу. Все, ждем, короче, начала. Сейчас я доедаю. Через минуты пару-тройку к вам врываюсь окончательно. Все, ребят, я с вами перекусил, все, теперь есть. Сегодня навряд ли буду еще до конца стрима чего-либо я. Вот. Ну, сегодня фактически сразу я встал, 5 часов, поспал чуть побольше. И сразу же начал стрим. Ну, мы ждем начала, я не знаю, кому врываться, надо кому-то врываться пытаться. Кому непонятно. Кого-нибудь пара-то есть из наших вообще? Нет, ни у кого нету. У Велоцираптора есть. Велоцираптора у меня, наверное, в друзьях нету. Ну ладно, сейчас разберемся по ходу пьесы, короче, что называется. Помните, что на Keepbit есть ставочки, но на другие турниры они есть. Не на Go4sc2. на ВЦС теперь на полуфинал и финал. Так, а что это у Стрэнджа? Команда какая-то появилась. Так, желаю всем удачи. Желаю Стрэнджу. Может, Димаги прорваться. А, у него тоже нет оппонента пока. Сейчас узнаем у Стрэндж. Дайте без рейтинга катну я просто. Ты меня чаще видишь, чем сына. Непорядок. Но я с вас тоже чаще вижу, чем дочку свою, на самом деле. Особенно последнее время. Ну, сейчас садик начнет ходить, буду хоть почаще вижу. Это честь играть для него против ГМЛ, ну. Как-то так. Так, пилим орбиталку. И второй газ попер. Улучшение завершено. с реактора, пожалуй, начнем, но выйду-то потом в фактуре. Улучшение завершено. Нет, ничего готов. Так, ну отменил, по крайней мере. Мимо мулоки, да. Завершено. Даоги поддержал ваш канал на сумму 150 рублей. На бодрящий кофеек. Хорошего дня, Помисан. Спасибо, да пуджите. Улучшение завершено. Пользователь i.bk активировал премиум на ваш канал. Apply блок. Пристройка завершена. Дадим им жару. Улучшение завершено. Дадим им жару. Улучшение завершено. И светим полный вперед! Что происходит? Есть выпадет. Что у нас какие-то саплай-блоки у меня просто. Ты готов? Куда стрелять? Делай! Выкладывай. Разработка завершена. Зададим им жару. Пристройка завершена. И это все. Ты готов? Что скажешь, босс? Приказы будут? Месторождение минералов выработано. Что стряслось? Так, здесь еще пару факторей и Старпорт еще один закажем. Полный вперед! Есть работёк. Улучшение завершено. Улучшение завершено. База. Улучшение завершено. База КСМ атакована. Полный вперед! А? Я вляпался! Улучшение завершено. Выкладывай. База атакована. Близится. Конечно. Что происходит? СМ готов. Улучшение завершено. Пристройка завершена. СМ готов. А? Что стрясло? СМ готов. Есть кого посмотреть? База атакована. Легко. Разработка завершена. Пристройка завершена. Улучшение завершено. Так, нужно здесь депошечек добавить. За твой счет. Месторождение улучшено. Близится освобождение. Есть. Слушаю. Конечно. Говорите. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Я царь-пушка. Жду приказаний. Выкладывай. Я ворон. Вор уже тут. Я уже заждал. Улучшение завершено. Да. Говорит. Где бы посылать подмогу? А ну наверх! Говорит. Я ворон. Жду приказаний. Веспяновый бильдер иссяк. Посылайте подмогу! Говори! Что? Сколько можно? Я воронку делать буду! Улучшение завершено. Веспяновый гильдер иссяк. Дайте пацанам-то выйти сюда мне, ребят. Чего пугать? Месторождение минералов выработано. Что? Есть работёнка. Сколько можно? У меня уже... Оружие тут. Улучшение завершено. Экипажу занять боевые посты. Такое? Куда стрелять? Дадим им газ. Месторождение минералов выработано. Я тут. А что происходит? Месторождение веспяновый гильдер иссяк. Месторождение минералов выработано. Другое готово. Кого подладать? Ну, слышу. Месторождение минералов выработано. Наши КСМ атакованы. Что происходит? Сколько можно? Освобождение. Оп. В стек неплохо пришлось так сейчас. Месторождение минералов выработано. Так. Так, забыл, как называется облако. Месторождение минералов выработано. Место улучшения. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Слушай. Внимание! Говори громко! Небо на передовой. Ответный огонь! Конечно. Отправляем. Кому тут принести зло? Месторождение. Месторождение минералов. Полный вперед! Сейчас, баран! Я воронку держу! Месторождение минералов выработано. Веспяновый гейзер иссяк. Да выходите уже, тормоз, ё-моё. Здорово, тигра. Портрет новый дали, но не зря катал. Что там на GoFSK-то, ребят? Сейчас посмотрим. Ку прошел дальше, Стрэндж ждет оппонента, Блай что там. Блай уже играет. Влая в четвертом думе либо Ваня, либо Кин. Ваня причем Тарантиуса убил, красавчик. А, Бладин Клауд. Так, что-то жарко и солнечно стало, закрываю шторы, окно. И продолжаем мы смотреть. Да там слабенький игрок просто попался. Тираном это рандомом я просто сыграл. И все. Ему надо грейди делать вот против такого стиля наземного. То есть, если ты строишь ультралов, без вайперов там делать нечего. Как бы туры их изничтожат просто вообще с танками, с либераторами. Вайперы, они зеленку на землю поставят, туры вынуждены к ультре вплотную подходить будут. А это печаль полная против сплэша ультры и эти... Как его... И можно зеленку на воздух кинуть, можно кинуть... Притягивалку на вайпера. Ну что, Блай бьется, короче. Блай бьется против какого-то не сильного, честно говоря, игрока, похоже. Начальная стадия, второй тур. Это ЗВЗ. Здесь мув будет раньше, чем у Блая. У Блая газ поздний. Привет, Тигра. Не парься. Еще раз привет. Не парься. Все в порядке. Спасибо всем, ребят, большое за поддержку. В общем-то, Go4sc у нас. Впереди только ВЦС финалы, в общем-то, после Go4sc. Но здесь мы поболеем за Стрэнджа, Блая, Дима, Гукаса и всех остальных наших бойцов. Вот. Будем надеяться, что они хорошо сыграют. Но здесь уже у Блая все хорошо. Увидите, по рабам в плюсе, по всему в плюсе. Роучворна, правда, нету. Вот. Ну и помните, что поддерживать на меня и мой канал, естественно. От блоки отключать, подписываться на премиумы. Игра. Ну и материально поддерживать. Через плеер, либо по реквизитам в описании и напрямую. Соответственно. Короче, ребят, так, Дыхуджа видел я, ты 150 мне слал. И я тебя забыл вообще добавить. Зажрался что-то я. Сейчас текст вообще возьму. Во-первых, правильный текст поддерживающих. А, тебе уже нету места тут, потому что тут фарбелый с 2 сотками в конце. Так, я прошу прощения, что-то не туда я жму. Ну куда ему дефайлера там? Ты чё, блин? Ему вайперов-то хоть построить. Конечно, в идеале Микоса сверху зеленка, там вообще тоже с места не двигается. Это вообще жесть. Вот. Но ему хоть зеленку. Ну что, Блай начинает. Извините, что не комментирую сейчас сильно. Почему? Потому что, ну, тут и, во-первых, много пока настроек. Сейчас там я смотрю, чтобы все работало. А во-вторых, здесь очень для Блая оппонент, я думаю, легкий. Это второй тур, да и видно, что оппонент. Я не знаю, кто это, если честно, такой молодой какой-то игрок. Может, не молодой по возрасту, но молодой по уровню игры, наверняка. И да, Блай просто прогрызает лоб, собственно говоря. Здесь 10 роуч, конечно, заказано, но что, они уж тут не спасут, на самом деле, положение. Очевидно, да, как бы. Здесь 2 роуча выходит, Блай пытается их скушать, но они за минералы становятся достаточно неплохо. Ну, парочку подъел Блай, конечно. Нужно убежать сейчас сразу. 2 съел и убегает Блай спокойно. Кассиус Клей, привет. Вижу, люди собираются, ребят, очень приятно видеть много народа. Дота кончилась вчера, как-то мало народа было. Видимо, смотрели доту в основном люди, часть людей как бы. Ну, а Блай дожимать идет. Есть Реводжеры, Роучи, Лингов, масс. Там +1, правда, делается. Ну, а что здесь есть? Здесь есть 11 Роучей на данный момент. А у Блая что? У Блая 7 Роучей, 3 Реводжера. И 36 Лингов, конечно, в хлам он грызет. Еще +1 через 10 секунд будет. Для +1 бы было наломиться. Вот зря он тянет. Ну, вот сейчас как раз +1 наломится. Ну, кстати, принял бой без +1 пока. Вот сейчас в процессе боя он доделался. Но тут уже поздно, потому что фаерболами Роуч и Блай убивает. Убивает все и остальное он также. Оп, что-то Стрэндж ожидает, я резко прыгнул. Против Риска. А Риск, кстати, Риск это ГМЛ. Англичанин, вижу я, да? Ну да, флаг Великобритании здесь. Короче, будем сейчас смотреть. Ждем его сюда. Блай легко одолел оппонента. Будет в следующем туре биться. Не знаю, с кем, кстати, он будет биться. Посмотрим. С Морфеусом. Ну, кто Морфеуса победит? Конечно же, агент Блай. И, кстати, победитель Блая Морфеуса попадет на победитель Вани Кина. Ваня против Кина. Если Ваня Кина зашатает, просто зацарит. Блай его поцелует просто. Воздушный поцелуй пошлет, потому что это как-то опасно с Кином биться, я вам скажу так. Так, ребят, продолжаем смотреть, ребят. Все, больше я не отвлекаю. Спек Риск. Опасный игрок. Очень в ПВП надо быть предельно внимательным Стрэнджу, чтобы не вылететь на такой ранней стадии. Все, целиком сконцентрировался на Старкрафтике, ребят. Давайте смотреть. Стрим уже сегодня идет сколько? Не так уж много. 4 часа идет сегодня. Ну, вчера он шел. Вчера стрим шел где-то 11,5 часов, а позавчера 16,5 часов. Позавчера был установлен, напомню, рекорд исторический, как бы, максимальной продолжительности стрима. До этого было 16 ровно, а тут 16 часов с половиной. На полчаса побил. Надеюсь, больше не будет побиваний никаких, потому что это дичь полная. Вот, ну уже вошел в темп, в принципе, набрал обороты, я бы сказал. Так, ну что, тут что-то прячет пробку у нас риск. Это, видимо, выход на Nexus будет. Стрэндж Мазеркором проверил свой мейн. Два адепта готовы, два адепта идут вперед и два сталкера заказаны. Вот у Стрэнджа я заметил билд таков, что он 16 пробок построил и все, больше не добавляет. Я не знаю, мне почему-то кажется, что как-то это неправильно почему-то, не знаю. Адепты приходят, становятся за кусты. Что Стрэндж развел сейчас оппонента своего. Врывается ко второй базе. Адепты сейчас начнут уже регениться. Нужно иллюзии на мейн запустить срочно. Запускает Стрэндж на мейн иллюзии. Плюс еще один сталкер выходит. Мазеркор не на позиции. Здесь пилона нету за спиной. Что ж ты, Стрэндж, забоялся-то, ё-моё. Вот сюда ворвался бы, просто развалил бы рабочих немерено бы. Я уверен. Так, адептов сталкерами находит сейчас. Товарищ оппонент Стрэнджа. Стрэндж уходит просто там, где нет пилона. И начинает наваливать. 3 пробки минус, 4 минус, 5 минус, 6 минус, 7 будет минус. Нет, не будет. И адепты ушли оба просто. 6 пробок минуснул и ушел. Но это ГГшечка. Риску, скорее всего, потому что здесь уже все просто великолепно у Стрэнджа. Адепты еще раз прорываются. 7 пробок минус, 8 минус, 9. Это разгром, ребята. Может, это не тот риск, о котором я думал, что был риск ГМЛ, такой игрок в профис, я помню. 10 пробок Стрэндж уничтожил, да? 11 даже. Ну, одна разведывательная, видимо, была. Тут, конечно же, попытка улына будет. 2 гейта добавлять, 4 гейта с блинком будет. Ну, это без шансов. Здесь просто иммортал Стрэнджа одного построить и все. Да, я спрашивал Стрэнджа про команду, он говорит, что вступил на батлнете пока в клан какой-то, но не факт, что будет, ну, не у него так вступать, как бы, не знаю. Пытается Стрэндж напрягать, но здесь пилончик добавляется. Сейчас на блинке попытается риск, конечно, здесь что-то сделать, но это полный провал, ребят. Шесть сталкировщиков. Ну, короче, блинк... Сейчас попытается что-то с блинком сделать. 6 плюс 2, 2 сентри. Ну а что здесь сентри? Сентри здесь ничего уже не сделают. Запрыгивает на мейн риск сейчас. Ну, это был большой риск для него. И он потеряет сталкера раз. Нет, погодите, второго потерял или нет? Нет, одного всего потерял. Ну, Стрэндж тоже, блин, делает. 149-15 по рабам. Не, ну здесь все давно-давно очевидно. Нету такой ошибки, которую Стрэндж может совершить и проиграть в этой игре, потому что здесь слишком... То есть здесь ни проход, ни заблокировать ничего нельзя. ГГ пишет риск. Стрэндж идет дальше. Отлично. Ну, тут адепты выиграли игру. Двумя адептами Стрэндж фактически выиграл. Ну что, Блайв с Морфеусом бьется там или нет? Да, уже 6 минут он как в игре. А Ваня с кином. Дети-ка я Ваню добавлю. А тут что Ваня бомбит последнее время всех. Надо иметь его в друзьях, чтобы он присутствовал. А что тебе реза? Ну, ждем, в общем-то, чтобы кто-то появился вообще где-нибудь. Его... А, у Стрэнджа есть Capped Fingers. Так, Invited Strange, респектон ему. Глашу было отписать, как четвертый тур будет. Четвертый тур, кстати, еще все было один будет. Если там Кин будет, а может быть это будет Ваня, ребят, я не знаю. Так, Игорь Геннадьевич присылает 300 на Сбер. Поддержка рекордсменам, топим за Стрэнджа. Спасибо тебе, Игорь. Вот, очень приятно. Никнейм еще пишите, чтобы удобнее мне было добавлять вас, поддерживающие, потому что, ну, хотя и именем добавлю, если вы не против, если лучше никнеймом, то пишите в чатике слово «ответствие», но... Так, опять ПВП у Стрэнджа, ну что ж, ПВП так ПВП. Ваня Кина убил. Ваня героический герой просто. Ни хрена себе Ваня разбушевался, блин. А чё Ваня меня добавит? Там нет? Напишите, Ваня, если кто-нибудь, у кого-нибудь он в друзьях, еще меня добавил, потому что я посмотрел бы, как он с Блаем бьет. Спасибо большое, ребят, всем за поддержку. Очень приятно. Когда так много стримлю... Так, ну что, Блай будет командная NSL играть. Я не знаю, что там за командная NSL. Ну, Ваня наш игрок, я думаю, он Блая подождет, не будет, как многие эти буржуи, писать маляву, чтобы Блая наказали и дали ему победу. Вот. Я видел, да, что Ваня Кину убил. Ваня что-то сорит в последнее время. Может, это подрастающий какой-то... Мару from SNG, я не знаю. А почему бы и нет? В принципе, Ваня, вот реально, чтобы начать какие-то даже денежки зарабатывать на Старкрафте, ему чуть-чуть остается-то просто шагнуть на уровень выше просто и, ну, начинать тащить Go4sc. А кто может втащить, в принципе, Go4sc, он может и квали пройти на ВЦС сейчас теоретически. Хотя мест меньше стало, но может. Спасибо, ребят, всем за информацию и за поддержку материального канала моего. Но я тоже внимателен, хоть и спал сегодня немного, все вижу прекрасно. Ну что, Кэпт Фингерс идет вперед. Бустится блинчик сейчас у него. Ой, блинчик, какой блинчик, что я несу? Варп бустится. У Стрэнджа Старгейт раньше, у Стрэнджа тоже бустится варп. У Стрэнджа полный блок на мэне, польный блок. Но это был один Ваня против Кина было. Но это не отменяет того, что Ваня красавец. Ой, Стрэндж поспешил, думал, сейчас оппонент не среагирует, и он Мазеркор просто пробреет оверчажем. Но не смог, к сожалению, Мазеркор пробрить. Но все равно без энергии там полетел Феникс. Может, Феникс выщемит его? Нет, не выщемит. Здесь два сталкера и 50 энергии у него есть еще. И, кстати, Кэпт Фингерс-то этот ставит Никс, у него Феникс, и как-то у него все хорошо здесь прямо. Я вам так скажу, ребята. Стрэндж все прекрасно видит. Пиончик надо выбивать, наверное, ему. А что еще делать? Здорово, Кингалес. Так. Все, написал Лай, спасибо. Блин, эта система не всегда заметишь сейчас. Вот эта новая, блин, хитрая система. Теряет Стрэндж Феникса. И сейчас три еще на хвосте у двух. Еще одного он потеряет точно. Главное, чтоб не всех потерял. Как-то хитро Стрэндж здесь улетает. Пробку зато спалил. Островную базу Стрэндж стоит. Второй Старгейт Стрэндж стоит. Переводит Стрэндж рабочих на остров. Сейчас добыча начнется. Так. Палку проверить. А вот что-то, да, письмецо какое-то. Чирикают мне тут, смотрю. Оп. Спасибо тебе. 2,79 евро вижу. Сейчас тебя добавлю попозже. Сейчас посмотрю там сколько это деревянных нынче. Переводит Стрэндж еще на остров рабочих. Короче, Стрэндж на острове живет припевающий, я скажу вам. Не хуже, чем оппонент на второй базе. Будет воздушный Стрэндж здесь, что ли, у нас? Или что за стиль-то вообще? Так, 195 рублей этого. Да, да, так и есть. Спасибо тебе большое. Забираю все на карту с буржуйского сайта. Телепортация завершена. Прилетает Стрэндж на мейн. Теряет двух фениксов моментально. Зачем Стрэндж это делает? Для меня просто загадка уже в очередной раз. 8 на 11 по фениксам. А здесь Рейндж уже с флитбиконом. Что-то Кэпт Фингерс этот как-то четко играет. А у Стрэнджа проблемы гигантские просто. Так, здесь пилон Стрэндж убивает. Адепт на мейн приходит. Адепт телепортируется. Верчаш нужно ставить. Адепт ничего не убил. Нужно Нексу ставить второй. Стрэндж тоже флитбика настраивает сейчас. Будет рейндж заказан, я так понимаю. Так, да, вижу. 2,79. Спасибо тебе, Кингалвис, на пробу. А когда не проба? 195 там. Ну, сегодня уже много поддержавших, поэтому все ок. Так, рейндж есть у оппонента. Проблема у Стрэнджа, летит отбиваться. Варпит Сталкера, боится сейчас Стрэнджа, оппонент его. Сталкер бомбит. Стрэндж улетает. Че Стрэндж боится-то, ё-моё, сейчас всех пробок потеряет просто. Очень везет Стрэнджу, что его просто... Вот я... Сейчас что мог сделать желтый проц? Он мог просто все здесь поднять и все убить к чертям. И Стрэнджу было бы ГГ, почему? Потому что у него нету еще даже рейнджа нет Фениксом до сих пор. Так, здесь врыв на мейн идет. Залп убивает Феникса одного. Неужели Стрэндж проиграет какому-то мертвому вообще товарищу вот этому. Да, проиграет Стрэндж кому-то мертвому, вот этому товарищу, похоже. Хотя не, пока живой, 35-46 по рабам, но по Фениксам отставание 13-17. И... ну, Стрэнджа плюс один разве что делается, как бы есть два сталкера у него, да, здесь, но что-то... И почему Стрэндж не бустит, я не понимаю, старгейты-то? Почему-то не бустит. Здесь еще один... А, здесь три старгейта уже делается, кстати говоря. Третий. Четвертый даже делается, получается, да? Да, четвертый старгейт. Форжа. Ну, плюс один у Стрэнджа скоро будет, конечно. Но Фениксов такие игры крайне тяжело тащить. Так, вижу, информация какая-то. Улучшение завершено. Какой-то турнир, ребят, на 400 баксов мне чел зарекламен. Телепортация завершена. Скину всем им потом его. Телепортация завершена. Ну, Стрэндж пока держится, посмотрите. 19-27 по Фениксам, он гоняет желтого. Сейчас Стрэндж протса. Не надо лезть, Стрэнджок, у тебя тут все плохо на самом деле. 103 на 132, хоть третий Нексус занял, и то хорошо. На острове Мазеркор плюс 2 сталкера, а здесь Мазершип уже делается. Еще один старгейт Стрэндж делает. Ну, пока Фениксы делаются, плюс вторая атака пошла. Пока держится. Если он проиграет, то пригар может и будет, но я не вижу, как сейчас может желтый проц проиграть вообще. Здесь у него слишком все как-то хорошо, честно говоря. С перебором, я бы даже сказал. Мазершип готов. Ну, Стрэнджу нечем ответить. Телепортация завершена. Улучшение завершено. Телепортация завершена. Третью атаку Стрэндж делает, тоже Мазершип пошел. Тут четвертый Нексус пытается желтый запилить. Мазершип летет вперед. Что по Фениксам? 29-38. По Фениксам просто катастрофа. Где Мазершип у Стрэнджа? На мейне делается Мазершип. По грейдам плюс 2 на плюс 1 сейчас в пользу Стрэнджа. Это, конечно же, хорошо, но все равно нужно терпеть просто как царю ему. Сейчас прилетает желтый. Так, Мазершип залетает, надо Стрэнджу что-то делать, надо как-то биться. Это печаль вообще, что сейчас происходит. Ну, Стрэндж не сдается, пока пытается биться, вроде как... Прогоняет. Тут сейчас Мазершип на халяву забрал. Красавчик Стрэндж. Вот это шанс для него реально втащить. Почему? Потому что у него есть Мазершип, у него есть Фениксы. Но нужно ли ему ломиться сейчас? Я думаю, что абсолютно не надо на 120 лимита ломиться, как плюс 3 делаются. Потому что на фотонок ресурсов нету в таких играх. Блин, пушем это крайне сложно законтрить. Почему? Потому что... Так, залетает Стрэндж. Вот сюда Стрэнджу не надо лезть. Здесь фотонки как раз таки есть. Бомбит Стрэндж. Смотрите, как он вообще стреляет. Как с лазера пилит просто. Как с лазера Фениксы в массовых количествах пилит. Как же игру отпускает? Явно Стрэнджа боится его оппонент. Стрэнджу нужно это понимать. И просто сейчас разрывает Стрэндж Фениксов на халяву. Так, здесь есть арпуны. Нужно телепорт делать домой. Делай же, Стрэндж, телепорт. Ты что ты делаешь-то? А, Стрэндж просто решил, что он забреет. Блок под двумя фотонками. А что по Фениксам-то вообще? 6. Стрэндж Фениксов разгромил. Стрэндж Царюга переворачивает игру. Просто красавец. Два делает уже. Два... Батона прилетает, начинает пробки шатать, вообще жесть, как он отдается здесь, как можно было 160-120 Фениксы на Фениксы проиграть. Ну не понимает он, не чувствует игру желтый проц. Нужно идти убивать все базы рабочих, просто все базы нужно шатать Стрэнджу. Успеешь Стрэндж карреров? Интересно, там сталкеров что-то много. Асиак поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Спасибо тебе, Асиак, за соточку. И не только за соточку. 41, 46, все, у Стрэнджа уже рабов больше. 37, 46, Фениксов крайне много у Стрэнджа осталось. 21, просто лазером Стрэндж распилил вообще. Я поражен вообще, как это произошло, я просто удивлен, ребята. Спасибо всем, в общем-то, за поддержку. Находит Стрэндж последнюю базу, все, рабов надо шатать, поднимать, унижать, разваливать. Мазершип Стрэндж там восстанавливает, короче, 38, 46 по рабам. Да, кто говорил, что бомбанет? Точно бомбит у парняги. Блин. Вот это да. Как такую игру отдал он? Я просто не понимаю вообще. Ему все, что требовалось, на клике вперед подлететь. Вот Стрэндж, посмотрите. Такими количествами фениксов прилетает и всех рабов забирает. Два раза здесь находился желтый проц над базой. И просто висел, рабов не убивал. Боялся, что Стрэндж полетит, а в это время фениксами выбьет. Стрэндж даже не собирался нападать. То есть все, что ему нужно было сделать, просто рабов, короче говоря, убить и все. Так, возвращается Стрэндж на оборону, я так понимаю. 14 пробок здесь остается. Здесь просто поднять, кроме архонов, все и убить. Нужно Стрэнджу. Есть островная база. Мазершип готов, два каррера готов. Да, здесь Нексус убил желтенький протус. Пытается пушить в лоб. Здесь две фотоночки есть, плюс мазершип, плюс два каррера. Да, 4 архона заходит. Ну, поднять сталкеров тут, все, поднять еще надо. Так, мазершип тут поднимает, сталкеров поднимает, Стрэндж убивает. Архонов фениксы не могут поднять, как вы знаете, я думаю, прекрасно. Да и лезть и не надо, Стрэнджу на самом деле не класс. 125, 47. Ну, посмотрим, будет ли какая-нибудь информация от желтого проца. Напишет ли он что-нибудь еще. Ну, я просто крайне рад, потому что мы не будем смотреть Go4sc2 без Стрэнджа. Еще есть Лай, который может далеко пройти, Ваня, который бомбит просто корейцев. И Димага там, и все остальные, но Стрэндж чаще в последнее время всех выигрывает его, поэтому на него надежда определенно есть здесь. Так, Архон полетел. Архон разгружает, сейчас потом пушатнет. Так, телепорт, посмотрите. Армада пришла, говорит, ты че, белый? Охренел, что ли, пес? Ломать здесь. Можно обратно телепортнуться. 4 каррера уже у Стрэнджа есть. Здесь добычи нет никакой. 21 пробка. Где эти все пробки-то вообще? Пробки где-то здесь. Ну все, терять кулак было провалом здесь. Ну все, больше не стал ничего писать. Вообще не выходил без пригара. Ну, здесь вышел, особо не пригорал. Видимо, на стриме не сильно пригорает. Так, рекламирую вам турик. Так, ну да, обсервера там не было. Я не знаю, есть ли у Стрэнджа оппонент. Блай ушел, видимо, на другой хост играть. На другой сервер, в смысле, не хост. Ваня как раз таки Блай ждет. Стрэнджа ждет Матиза либо Канджи. Ну, а мы ждем тоже. Так, Блай, Димага. Ку проиграл СБРу, Димага проиграл ДНС. У Кас был где-то, где Кас тоже проиграл. А не, Кас еще бьется с Говернором каким-то. Кстати, тоже украинский флаг. Балрук, привет, всем привет. Да, я вижу, что Димага, к сожалению, проиграл. Остался Кас, Стрэндж, Блай и Ваня. Ну что, ждем оппонента, короче, Стрэнджу, будем врываться туда. Блай все равно пока не играет. Ваня тоже не играет, потому что с Блаем должен играть. Кас в игре, может, Каса сейчас ворвемся, если он доиграет, кстати говоря. Он в игре 14 минут уже. Матис 38 минут в игре. Кстати, Матис с Канджи бьется и победитель со Стрэнджем. То есть я так понимаю, что скоро мы увидим игру Стрэнджа, потому что 38 это как-то много. Вот, сейчас подойду, ребят, секундочку. Так. Ваня, он на NSL ушел. Вот. Так. Так, сейчас Ваня добавит меня, я надеюсь. Все, добавляем Ваню. Вот он. Бьется в ГМЛ. Где-то пониже, но игр много. Главное больше играть, да, и больше турниров, на самом деле, все будет нормально. Кастом не в игре, смотрю. А чё Матис, кстати? Матис доиграл. Ну что ж, сейчас Стрэндж будем смотреть четвертый тур. Последний тур, кстати, где Бу-1. Могу вам даже сетку показать. В принципе, я... Вот она сетка, соответственно, сверху Димага проиграл. Соул, Соло, ДНС, СБР. Французы, поляки, норвежец, надо арт, кореец один, Йога, МСР, так, Блайс, Вани, Слип тут бьется, кореец, а вот здесь Слип еще точно есть. Блай, кстати, в сетке Стрэнджа, между прочим, Блючи с Кассом, Жулианг. Ну, Стрэнджу сюда надо попадать, я думаю, дальше ему, в принципе, нормальная сетка, здесь проходная достаточно-таки. Да и Блая тоже нормально надо играть. Так. Так, а что с Блай, с кем инвайтить? Давайте Блая с Ваней посмотрим. Так, ну давайте Блая с Ваней, да, посмотрим. Два наших игрока. Стрэндж, я думаю, там должен справляться. Там Канже, игрок из Латвии, я так понимаю. Да, из Латвии. Даже можно не проверять, в принципе. Я помню, что оттуда... Так, ну что, говорит Ваня, что лагает у него? Игра возобновлена. Так, говорит Ваня, что пинг вроде норм. Так, а Ваня у нас зерк, оказывается. Витя, а я думал, что Ваня у нас не зерк. Так, отлично, что призовую на Starline больше еще станет. Ребят, прошу прощения, там он отвлекает немножечко меня. Вот, спасибо всем большое. Короче, что-то Ваня побегал. Все в игре, все, короче. Не заморачиваюсь никуда. А то что-то много отвлекаюсь. У Блая, смотрю, тут Беллинг-Баст будет со стороны Блая. У Вани все в порядке. Здесь плеточка есть. Линги рядом бегают. Беллинги. Ваня плюс Беллингов делает. У Вани уже лейер готов. Погодите, а что за лейер-то вообще? Я пока не понимаю, что за лейер у Вани, если честно. Он как бы обыкновенный вроде лейер, но для чего он нужен Ване сейчас? Абсолютно непонятный момент. Шпиль пошел. Ой, как личинки все взорвались. Как личинки все взорвались. У Вани уже шпиль заказан. Пытается Блай отменить, но нет, здесь ничего не отменить уже никак. Блай ставит третью хату. И что, Блай строит дронов? Не, ну шпиль это хорошо, но Блай готов. Привет всем, ребят. Что за Ваня? Вот сейчас мы посмотрим. Что я вообще не видел, как Ваня играет, если честно. Я вообще думал, что он не зерк. Вот, а оказывается, он зерк. И отзывы с Блаем. И Ваня делает с Блаем то же, что Блай любит делать. Самое с оппонентами своими. То есть Блай очень любит играть в ранний шпиль. А здесь, наоборот, Ваня как-то Блая обманул, и сам шпиль очень ранний выходит сейчас. Блая третья хата есть. Да, у Блая больше лимита, да, у Блая... Так, сколько у Блая? 13 лингов. 14 еще строит лингов. Он собирается сейчас прессовать Ваню. Ване нужно срочно мутку заказать. Блай делает двух бейнов, 5 муталисков первых заказано. Так, здесь два бейнов, два линга сливается, это косяк. Ваня, что ты делаешь? Всех бейнов слил на ровном месте, сейчас Блай из этого сделает просто успех большой, мне кажется, почему-то. Ну, минус два бейлинга сейчас произошло. 7 мутальс. Так, 4 секунды до готовности мутки. Здесь через пару секунд бейн будет готов. Первая мутка вылетает же. Ване нужно бейлингов шатать, бейлингов... Не успевает Ваня шатнуть, пробивает Блай плетку. Обязательно нужно восстанавливать плеточку, делать новую. Здесь линги вышли, Ваня принимает бой, отлично все справляется с ситуацией. 72, 74, 77 по лимиту. Абсолютно на равных, пока с Блаем играет. Нужно третью хатку ставить, по-моему, сейчас Ваня-то. И все у него вообще в порядке будет. Так, здесь линга ушатал, муталисками находит овера раз. Третья в центре пошла, кстати говоря. Нужно этого овера находить и сейчас сразу же убивать. Здесь Блай в районе Ксилнаги бегает. Ваня будет лингов-то бомбить или нет? Ваня вперед бежит. У Блая очень много лингов строится сейчас. Спорка есть. Спорки везде есть. У Блая оверов, конечно, принимает. Третью Блай отменяет Ваня. Вот ошибка сейчас позиционная. Неправильно лингов ставит Ваня. То есть, если ты третью ставишь, нужно их около третьей держать. Здесь есть королевы обороны. Там пару лингов поставил, в общем-то, отбился и все окей. Здесь забегание идет от Блая еще. Смотрите, как бы. И вот опять же, ну, то есть, Блай разводит на ровном месте, короче говоря, сейчас. Тут Ваня вынужден уступить. Линги забегают на вторую. Линги забегают на третью от Блая. Ну, сейчас Беллинг бомбанет. Ё-моё, как Беллинг бомбанул. Блай просто всех лингов в одного Беллинга сливает. На мэне Ваня отбивается. Лимита больше. 91-73 уже на 20. Ну, опять третью теряет. Ну, ё-моё. Что ж ты, Ваня, творишь такое? Рабочих посливал на дистанс майнинге. Неприятно, короче. Но уже плюс один роучем и мув делается. То есть вроде как бы правильный переход. Но Блай умудрился бейнов наморфить. На мэйне взрываются бейны. Просто больно очень Ване становится. Ваня пытается сплетануться. Сплетанулся, наверное, в данной ситуации максимально эффективно Ваня. Так, здесь Роуч приходит, хату Ваня не отменяет, сливает, это полный провал. Стенка у него кривая, здесь проходят линги как хотят вообще. Муталиски летят вперед, зачем они сюда летят? Здесь ничего не убить этими муталисками. На опыте, короче, Блай тащит, переворачивает эту игру фактически. Ну, и 20 рабов у Вани, у Блая 40. Короче, развел Ваню сейчас Блай. Здесь 4 королевы, несколько оверов. Ну, пару оверов Ваня забрал. Ну, в итоге без хата, без всего Блая колоссальное количество ресурсов. Если бы Ваня сейчас не дался... А в чем проблема? Смотрите, здесь проход. Просто Беллингнес сюда поставь в линию так, а сюда королеву. Все, Харас сразу весь отменен будет. Так, здесь еще Беллинги, но рабов у Вани вообще на мэне нет. Но 90 на 80 по лимиту, 74-36 по боевому, плюс 1 сейчас на роучи будет готово. Но у лингов, правда, 1-1 грейды, ребята. Так, здесь Беллинг заходит, но он ничего не убивает, кстати говоря. Еще 2 заходят. Вот эти 2 могут убить. Много могут убить достаточно. Так, дроны взорвались. Заходит Мутка плюс Роучи к Блаю на... Между второй и третьей базой. Мутку нужно отходить. Да не надо Мутку сливать. Пусть Роучи одни бьются. Королева на халяву ее шатают, эту Мутку. Отлетает Ваня муталискими. 3 штуки остается. Пытается фокусить королев. Не так просто это сделать. Ну, 71 по лимиту, 52-29 по боевому. Ваня роучами продавливает Блая. Что творится вообще сегодня происходит? Ваня ушатывает всех подряд. Ваня разбушевался просто. Сколько Ване лет, ребят? Кто вообще знает, что происходит вообще? Гиперзвук освоен. Спасибо тебе, Тигры, за информацию. Но я знаю, что ты знаешь, что говоришь. Это меня радует, конечно. 73-65, а еще меня радует Ваня, что вот так вот просто делает. Выбивает Блаю пул, все, говорит, лингов не надо больше пока. Так, может, реводжеров наморфить? Есть пару здесь пару сотен газа у Вани есть. Сминает третью базу, здесь роучи идут, отдаются, нужно назад отвести, Ваня идет вперед, на Беллингов тут отдает несколько юнитов. Беллингнес сейчас убивает, Ваня тоже. Куда ты в центр-то побежал, Ваня? Куда ты вообще побежал? Куда ты бежишь? Ё-моё, убивай рабочку, Блай, миллиард. Куда он бегает-то, блин? Блай ставит шпиль на третий. Ну, Ваня здесь, рядом находится. Роуч пытается домой уйти. Ну, домой Роучи уходит. Здесь больно, может быть. 2-2 у Блая. Еще Блай не проиграл пока игру. Хоть Ваня и больше боевого, но... Блай сейчас... Еще шпиль может доделать, в общем проблема. Так, здесь Роуч что-то на муве сливается. Ваня вообще не контролит, что ли, дома? Да, Ваня вообще дома не контролит. Контроль же Ваня дома как никогда не контролил. Нужно заходить сюда, на вторую. У Вани еще 4 роуча заказано. Здесь несколько лингов буквально. А какие роучи на раба? Ресурсов вообще нету. Что ты делаешь, Ваня? Зачем он эти базы убивает вообще, Блай? Блай с варом хостов от безысходности каких-то строит вообще уже. Ему больше нечего построить. Смотрите, у него 1000 ресурсов. Почему он пул не восстановит? У него 2-2 линги, и Блай не восстанавливает пул вообще. Что он делает-то, блин? Зайти на ХГ, на мейн надо, Ваня. Он тут что-то делает непонятное вообще абсолютно. Заходит 2 роучами. Микос получает раз, Микос получает 2. Инфесторов Ваня отфокусил. Блай выкинул Микос, но роучим этот Микос так вообще, как позагорать чуть-чуть. Готовые брудлинги. Ваня смещается вниз. Ване бы закупка здесь не помешала бы. Не... Очень сильно бы даже помогла, я бы сказал бы. 40-32 по лимиту. Блай каким-то чудом пытается тащить на чудесах вообще контроля. Так, Ваня слил все почти. Нужно идти назад, нужно продолжать додавливать. Куда ты побежал-то, Ваня? Что он делает? Я не понимаю. Куда он, блядь, бегает? На четвертую, на третью, блин. Похвалишь, сразу начинается. Что за хрень-то? Иди ты добей мейн вторую. Вон там технологии. Блай тут просто еще втаскивает, ё-моё. Да, Блай втаскивает. 40-20. Ваня отдал такую игру, просто дичь какая-то, а. Ну ты, Ваня, даешь вообще. ГГ. Жесть просто. Ну ладно, зря я горю. Ваня радует на самом деле. Че, сразу всех убить, что ли? Так нечестно, сразу всех убивать. Красавчик, Ваня. Стрэндж 12 минут уже в игре. Бьется он с Канджи. Мы ждем. А Блай с кем будет биться? А Блай с победителем Томикуса Слипа, корейца. А, Томикус уже проблил. Все, Блай с Томикусом будет биться. Все в порядке. такое ощущение, что Ваня действительно не хотел выиграть. Что-то бегал. Ну, понятно, Ваня забоялся заходить, просто растерялся. А всего вот в таких ситуациях никогда не бегайте по третьим, вторым базам. Пусть там даже добывается, там нет ни хрена. Весь продакшн, все основные здания, мейн, вторая, все. Заходи на мейн, убивай все к чертям, блин. Ничего он там не отстроит. Прирост сразу ушатывать будешь. Конечно, волнуется. Без волнения. Но может, Ваня не волнуется. Может, он, конечно, новый... робот просто. И вообще его нет, он в сети живет. Ну, я сомневаюсь, как бы. Не, ну Блай чудом выиграл вообще на самом деле. Просто когда Ваня выиграл битву там с Блаем в районе третьей базы, когда он поднялся наверх с муталискими роучами, убил всех королев и лингов, все, что ему оставалось сделать, зайти роучами на мейн, а дома стараться как бы отбиться от лингов. Каким образом? Ставив роучи между минералинами, там, между зданиями, где минимум грызть можно. Пофиг, что все рабочие сдохли, что-нибудь там отбилось бы на мейне и все. Главное, что армия выживала. Так. Стрэндж доиграл. Но у него нет оппонента еще пока. Том Фишер. Пока не планирую. Так, ладно. Все нормально, Ваня, если ты смотришь, сыграл хорошо очень. И меня просто пригорает иногда. А тут и подумаешь, что по мертвому все сделал. На самом деле все нормально. Может быть. Может быть. Все может быть, короче. Че, я даже потерялся, что хотел зачесать. А, Cast Range. А, там Cast. Так, отписываю, что к Кассу Стрэнджу иду. Ну, а я вас, ребят, всех приветствую. Вот, и напоминаю, что надо поддерживать меня и мой канал. Подписываться на премиумы на ГГ-плеере. Отключать от блоки, поддерживать через плеер, через ГГ, ну и по реквизитам, которые везде вообще есть. Вот, практически. Кас против Стрэнджа сейчас. СНГ неплохо идет, смотрю. Кас Стрэндж это четвертьфинал, уже Бо3. Блай с Томикусом, кстати говоря, тоже в этой сетке. И получается, если Блай выиграет Томикуса, то мы получим Блая с кем-то из Стрэнджа или Кассом, то есть два из СНГ игрока в полуфиналах, то есть кто-то уже 100% будет в финале. Это очень и очень и очень круто. Ждем мощь Касса сейчас мы. И помните, что задержка 2 минуты. Новый русский игрок, 16 лет. В 16 лет уже новый русский, вот такой вот просто. А пиджачочек малиновый есть? Или какой там? Ну, Стрэндж пока репки смотрит. Ну что, сейчас Стрэндж репку посмотрит. два время. Ну, я надеюсь, ну, как бы у нас еще, погодите, у нас четвертьфиналы, у нас полуфиналы и финал. А в финале, если Блайт Томикуса выиграет 100%, СНГ игрок будет, поэтому не покидайте стрим. И вообще его не покидайте, как Go4sc2 кончится, потому что сразу после Go4sc2, примерно по таймингу так и будет, начнется последний день третьего сезона ВЦС Summer летнего, то есть ВЦСа, где будет уже полуфинал и финал. И еще Дэвид Ким будет сначала выступать. Не знаю, успеем мы там на Дэвид Кима или нет. И вообще, что там смотреть, я не знаю. Главное, игры. А будут биться там Хиромарин против Тру, корейца, и Пулт против Ниба. Кореец против американского великолепного Протоса, который сейчас тащит очень хорошо. Ну и, соответственно, финал. Надеюсь, что он будет не корейским, но всякое может быть. На самом деле, вероятность такого есть и не маленькая. Лота не знает, кто такие малиновые пиджаки и новые русские. Ну, я скоро просто возьму Ревчика в команду. Он накачается, ну, нажрется там всяких тем. Станет гигантским просто. Его оденем в спортивный костюм, цепуру наверх повесим такую, спалец золотую просто. Вот. Кастет на всякий случай, а я просто в малиновом пиджачке приду, как бы, и буду говорить, в общем-то, на какой-нибудь турнир. Вот. А чё, прикиньте, так как лан организовать и так вот, в качестве юморка. Ну, хотя нет, за такой юморок могут самих вывести, наверное, по старой памяти. Ладно, какую-то хрень несу. Мало спал сегодня, ребят. Бывает. Стрэндж выходит, сейчас они с Карцем создадут, я не знаю, там надо черкать или нет, но сейчас все начнется, не волнуйтесь. Нет, промокода у меня нет, на G2 я с ними не сотрудничаю, этот, Зерг, там у Зерга есть промокод какой-то, вроде как был. Ваня взял квоту на Starline лигу, молодец. Что я могу сказать? Значит, пока Стрэндж не создают. Хорошо, что на Starline 50 тысяч будет призовой. Жаль, что Спайк пока не может поддержать и Keepbit в этом месяце не может. Но в следующем с Keepbit я договорюсь, точно 100 баксов будет выделять. в будущем, может, и спайк будет выделять, но и вы не стесняйтесь тоже поддерживать. Спайк сейчас переезжает, он и так очень много поддерживал турниры, за что ему громадное спасибо. Ну и в Starline я буду стрелять. А как Starline начинается вообще? Я видел 15-го, сейчас я вижу 22 число. Группы у нас определены вообще, какие-нибудь там, что-нибудь определено вообще? Нет, пока я не вижу. 22-го теперь начало. Ну, нормально, надеюсь, будет. Да, вот такой вот U2 тир. Недавно видел картинку, типа, как вот это ученые выяснили, какие-то там австралийские модели человека, который в авариях, типа, пофиг ему там, выживает. Сейчас разошлась она, ученые выяснили, модель человека, способного выжить в РФ. Вот именно вот такая вот, как это. Так, все, Стрэндж в игре, отлично, и я прыгаю. Ну что, ребят, погнали, короче. Да, я понял про темку, вот. что будет там название изменено или еще что-то добавлено. Бот 3 уже, Стрэндж против Касса, поехали. Наши зомби напали. Ну что, ребятишки. Бустятся сталкеры у Стрэнджа. Один сталкер. Далее второй строится тоже под бустом. Здесь бустится Некс. Вар пока Стрэндж не бустит. Вы на игру концентрируюсь. У Касса... у Касса, кстати, у Касса агрессия. У Касса однобазовый выход с танками, который так всем полюбился в последнее время. Сверхсильный билд для этой карты. Сверхсильный. И без блинка его крайне тяжело отбивать. Даже с роба. Мне есть только сразу Immortal Strange начнет строить. Может, что-нибудь получится, конечно, не знаю. Но это ему надо роба 3 гейта. И как-то так вот. Пилончик тут, ребята, около мейна. На мейне второй, точнее, у Стрэнджа. Бустится обсервер. Плюс 2 гейта строятся. Касс идет вперед. Марики, КСМ-кой, плюс танчик медиваки летит. И танчик что-то вперед очень активно летит сейчас у Касса. Стрэндж прекрасно видит все. Так, одну КСМ-ку отфокусил. Марика отфокусил. Дэмэджа сталкерами наполучал сейчас. Все, танк сижется, Стрэнджу надо сваливать и регенить поля нужно. Сталкерами обязательно на ХГ уходит. Я не знаю, почему Стрэндж вот играет и... Так, что Стрэндж делает? Переагривает с пилона здесь все. Касс идет далее. Это ГГ Стрэнджу, скорее всего, ребят. Я не вижу здесь возможности для него отбиться. Никакой вообще не вижу возможности. Ну, хотя нет. Гоню. Какая-то есть, с Immortal можно попытаться. Но я бы на месте Стрэнджа уже на мейн переселялся. Касс, правда, медленно подходит сюда, но сейчас Либератор прилетит и вообще беда будет. Я говорю, надо такие темы, надо с блинком принимать. Я не знаю, играя на этой карте, нужно ждать уже этого билда. Его все просто используют уже. Так, пытается Стрэндж танк подбрить. Танк неправильная идея подбривать. Почему? Потому что здесь Либератор есть. Лучше б Либератора выбил. Танка сконтролить можно назад отвести, а Либератора ты не сконтролишь вообще. Сейчас будет призма готова. Ну, кстати, Стрэндж затянул время. То есть у него, во-первых, Nexus второй приносит ресурсы, то есть приносит пользу. У него... Так. Сталкер-то побег. Куда-то побег. Пёс. Берет Стрэндж все. В тыл будет заходить сейчас. Кстати, хорошая работа со стороны Стрэнджа. Immortal вперед подставляет. Immortal, правда, без скилла своего. Либератора Стрэндж выбивает еле-еле. Из циклона выбил Мазеркором. Ну а что толку-то? До варп еще сталкеров идет. Сзади второй Либератор есть. Стрэндж заходит в спину ему, этому Либератору. Ну, Касс сразу же улетает просто. Стрэндж идет танки шатать, кстати. Не, все равно для Стрэнджа здесь беда, ГГ. Че Рева не играет? Здорово, Джавадан. Нет, Рева не играет. Рева вообще что-то давно не играет. Что мне кажется странным, честно. Куда он пропал-то вообще? Ну что, красавчик Ас, сильный билд отыграл этот. Но я не знаю, просто я Стрэндж не понимаю. Тем более он явно сильнее, как бы, на данный момент. Ну, играешь ты эту карту, сделай ты, откройся ты через робо, через твайлайт. А потом и робо добавишь, что мешает-то? Ну что, ребят, неожиданное начало. Все говорили, все, Стрэндж десизик, минус Кас, Стрэндж сейчас силен, но Кас 1-0 повел. Ну еще не вечер, я вам скажу. Старгейтом. Ну, Старгейтом, да, можно, но со Старгейтом тяжеловато. Точнее, не тяжеловато, Стрэндж редко в Старгейт играет. То есть это надо Старгейт с мейна играть, да, там грелочку. Оракулом залететь, кстати, к оппоненту. Ну да, Старгейтом тоже можно. Ну, я сам просто редко очень Старгейтом играю, если играю, и поэтому я даже что-то в голове это не держал. Так, ну что, Мазеркор, Стрэндж будет Нексус строится. Ну, робо с апсами нужно, но вот за свою робо Стрэндж здесь и отлетал в предыдущей игре. Ну, не отбить, ну, нет, можно и с робо отбить, на самом деле можно отбить, но... Все, что нужно было Стрэнджу, сразу призму делать, как только он это увидел, и лететь в размен. Все, только размен здесь. Либо размен, либо что-то мобильное, либо типа блинка, либо Старгейт. Как бы. Все, других вариантов здесь быть не может. Гизмотаур. Абвер играет в Hearthstone. Во всякую другую хрень непонятную. Ну, StarCraft дал. Хотя не, я видел, как-то ладер недавно StarCraft поигрывал. Что-то там по приколу. Так, плюс 2 гейта у Стрэнджа. В этот раз Твайлайт, он как-то пораньше смотрю. Хотя в прошлый раз уже прессинг пошел в это время, да, как бы. То есть Твайлайт не намного тут раньше. Кас передроп минок, насколько я вижу, играет. Начинает сэшечку раскачивать. Минка одна на второй вкопана. . 13 секунд до готовности варпа. Ребят, кстати, всем, кто на Твиче, сразу вас оповещаю, что после Go4sc2 будет ВЦС, но Twitch я отрублю, чтобы канал не забанили, так как это будет рестрим. Вот. Кому интересно, идите на GoodGame смотреть. Там в описании есть ссылочка, где и что. Плюс 3 сталкера доварпливаются. 8 мариков от касса летит без минок, кстати. Ну, сейчас тираны полюбили дропаться без минок в начале. Видит каст сталкеров и улетает. А Стрэндж что-то ничего не видит, по-моему, да? Так, мимо пилона каст. Прям пролетает уверчаж Стрэндж. Где, ё-моё? Что происходит-то? Пролетел кастку, посмотрел. Нет, что-то, походу, уверчажа сейчас наставит оппонент. И улетел. В итоге даже не дропнулся. У Стрэнджа блинк сейчас будет готов. Сталкеров берет. Так, минки на вторую. А вот 3 минки на вторую. Прилетает Стрэндж. Отведи рабов. Что-нибудь отведи вообще. Ой, 5-8 пробок. Как бомбануло сейчас жестко. Кас выгружает мариков еще. Нужно медивак фокусить. Как можно быстрее фокусит Стрэндж медивак. Кас сталкера раз отфокусил 2. Ну, хоть медивак сбил, то хорошо. Выбивает оверчажем Стрэндж минки. Где призма, кстати говоря, у Стрэнджа понятия не могу. Где она вообще летает-то? Она же была... Вот она на мейне стоит. У Стрэнджа плюс 3 гейта, это 6 гейтов. Кстати, рабочих достаточно много осталось. Газ есть, нужно пробок восстанавливать. Нужно идти вперед быстрее. Я не знаю, что Стрэндж стоит, ждет сейчас. Сейчас Кас настроит танки, настроит ливера. Вообще все четко у Каса, я смотрю. Смотрите. Все четко, вполне. Где циклон? А, ты все про предыдущий билд. Циклон. А что циклон? Оракул летит на мейн, просто убивает рабочих дома, подстраиваются грелки, юниты с гейтом. Все, что нужно. И либо фениксы, как бы, чтобы танки поднимать. Там много вариантов. Так, заходит Стрэндж. Сталкеры, естественно, уже с блинком. Танчик есть у Касса, но он на второй где-то вдали там. Нужно отменять блинк сейчас. Переблинк Стрэндж. Ой, не блинк, а... Стимпак нужно отменять Стрэнджу, что он и делает очень-очень быстро. Стимпак отменил. Танк сразу же убивает, ну, вновь вышедший. Смещается под минеральную линию под рабов. Здесь адепт на вторую базу врывается. Сейчас давай, еще 5 сталкеров от Стрэнджа идет. Уходит он наверх сейчас с блинком. Нужно подводить еще сталкеров вот этих сюда. Стрэндж подводит. На вторую пошел, кстати, этими сталкерами. Адепту помогать. Короче, разводит жестко Касса. Кас не может два одновременно направления отбить, и Стрэндж уходит с мейна сейчас. Уходит Стрэндж с мейна? Уходит, да, Стрэндж с мейна. На второй бомбежечка просто идет, рабочие падают, сталкеры смещаются. Здесь на призму еще 5 сталкеров доварпливаются, все это сейчас на мейн полетит, скорее всего. Так, Стрэндж бомбит медиваки раз, бомбит медиваки 2, бомбит медиваки 3 и бомбит танк сейчас. Ну, еще один танк у Касса готов. Одновременно Стрэндж заблинкивается на мейн. Короче, Стрэндж на мультитаске и на скиллухе. И просто скиллухой. Скиллуха поперла, как говорится. Блинк, скиллуха. Но Касс удачно вначале действовал. Если бы Стрэндж сейчас как-то криво сделал, он бы проиграл бы все. Но Стрэндж сделал не криво. Стрэндж достаточно четко все сделал. Контролил относительно неплохо. Вот, и самое главное, понимал, что ему нужно делать. А ему нужно было выбить грейды. Если бы блинк доделся, то это все печаль. Как бы Стрэндж старший выбил блинк и дальше грамотно продолжил. Вывел танк еще сразу вышедший. Повезло там немножечко тоже. Он застрял, кстати, между сталкерами. Ну что, 1-1 решающий бой. Кас против Стрэнджа. Кто победит, проходит в полуфинал. Где будет биться? Сейчас посмотрю, может уже Блай доиграл, ведь там ЗВЗ было. Да, Блай Томикуса обыграл, к Блаю попадет. Ну что же. Кас Блай противостояние старое, Стрэндж Блай противостояние новое, но уже принципиальное. Блай частенько со Стрэнджем встречаются, они сейчас топ-2 в СНГ, естественно. Вот, как-то так. Разведывают. Стрэндж здесь кросс-респы. Стрэндж сразу не найдет. Ну, у Стрэнджа стандартный билд. Гейт, Газ, Нексус. Так, разминулся с Касом сейчас. Успеет ли ЦЦшечку заметить? Ну, ЦЦ-шечку спалил Стрэндж, но отдал пробку в итоге. Естественно, не блин Стрэндж выбил. Ну, я могу оговориться всегда. Вот. А сегодня тем более, потому что я поспал 5 часов, чуть больше 5, может 5,5, там 5,20. Вот, позавчера я стримил 16 часов 30 минут, рекордный за всю жизнь стрим. Вчера 11 часов 30 минут стрим был. Так что как бы 28 часов за двое суток я стримил, за предыдущих двое суток. А сегодня стримлю уже с 12 часов, с пролиги уже 5 с лишним часов. И еще буду стримить часов, ну, я думаю, что так, с 19, так, часов 6 еще, наверное, буду стримить по ходу, потому что зависит от того ВЦС, как долго, быстро будет проходить, ну, посмотрим, что там будет. Откуда я знаю, если Блай в лобби попросился, пустили бы или нет. В принципе, здесь матчап не против Зерга, как бы, да, и поэтому всем пофиг, наверное, я думаю, что пустили бы, если выиграют. Это игроков надо спрашивать. Если они не против, они пускают. Ну, собственно, и все. Так, я вижу плюс 3 гейта, 4 гейта. О, подвезли скиллушечку-то. Адептиков подвозят, да, тут? 5 гейтов у Стрэнджа будет сейчас. А почему 5 только, надо больше? У Каса 2 минки, 4 марика летят вперед. Поздний стину, зато танки будут. Кстати, с таким билдом танки Либератора, вот этих адептов можно и нужно отбивать. Ну, почему-то, если Стрэндж улын делает, то почему гейтов всего 5 у него тогда? Получается, это какой-то не улын, это такой интересный билд от Стрэнджа. В чем его суть, понять я пока не могу. То есть у него вроде как и не полный улын, но в итоге адепты не так будут сильны здесь, во врыве. А дома-то по технологиям все равно как бы не очень хорошо все. Еще сейчас Призма встретится с Медивак, ну это для Стрэнджа, кстати, может даже и хорошо, потому что иначе сейчас минки вкопались бы жестко. Залетает Кас. Верчаж будет, да, будет верчаж. Минку Стрэндж выбивает. Отлично, адепт со скоростью атаки. Кас уже это понял, я думаю, что не скоростью атаки. Стрэнджу ни в коем случае сейчас не надо улынить полностью. Ему надо полететь подхарасить, добавлять рабочих и, да, третий Нексус делать, что он, собственно говоря, и делает. А Кас пытаются залететь на мейн в это время. Вот он пролетает сейчас мимо всего. Мазеркор где-то вдали, вообще не понятно, где находится. Где там Мазеркор? Летает. Так, уверчаж попер. Второй уверчаж попер. Убивает минку Стрэндж. Как он пилонами отфокусил. Отфокусил минку, отфокусил медивак. Молодец. Здесь адепты на вторую врываются. А, Дептус плюс 1 со скоростью атаки. Вот это что забил. Я не заметил вообще фаржу, ребят. Я приношу свои извинения. С фаржой, с плюс 1 это совершенно другого качества адепта. Почему Стрэндж не телепортнулся? Сейчас бы мейн бы развалил бы просто в хлам. А, вот на мейне призма есть, все нормально. На мейне тоже скиллушечки прибавляется. 67-59 по лимиту сейчас. 29-42 по рабам. Марики тоже с двух ударов адептами ушатываются с плюс 1, я вам напомню. Каз берет КСМ, как плохая идея на адептов плюс 1 брать КСМ в оборону. Адепт пытается уйти, Каз поднимает депошки. А что Стрэндж делает-то? Он не телепортируется, он принимает бой с мариками. Мариков адепты хорошо бомбят с плюс 1, я уже вам говорил об этом. Короче, размен для Стрэнджа был в абсолютный плюс 45-23 по рабам. И у него есть третий Никс, у него есть фаржа, у него есть блинк сейчас почти что готовый, у него есть сталкера, то есть все, что нужно Стрэнджу, раскачивать третий Никсус, делать плюс 2, блинк и варпить новых юнитов, все. По 16 пробочек на мейне на второй. Все лишнее сюда переведено. В смысле, все, что поверх 16 рабов, чтобы максимально увеличить с данным количеством рабочих инкам. А инкам это приток минералов в минуту, соответственно. Ну, можно не в минуту мерить, неважно как мерить. Вот, просто термин не наш, расшифровываю. Так, робовей. Будет ли второй робо, не знаю, но и с одного робо плюс варпить с гейтов, плюс делать колоссов. Тут расплетил сталкеров Стрэндж, что он контролит, в общем-то, врывы все. У Касса третья сэшечка будет сейчас уже готова. То есть... Она вот уже готова, то есть экономику, в принципе, он восстановить сможет. Врываются 4 адепта от Стрэнджа на мейн. Ну это минус призма, а с адептов нужно отвести поаккуратнее, ими нужно контролить сейчас. Каз приходит мариками, а адепты выходят на вторую, куда они там поперли? Они поперли к минеральной линии, еще здесь ну, 6 рабочих Стрэндж, 7 рабочих Стрэндж забомбил, еще часть с флешем пробрил. Чарлик, еще тут приунываешь? Чарлик, Чарлик, чего ты там? Иди сюда. Поглажу харю твою наглую. Пацан мой пришел. Сейчас поглажу. Улучшение завершено. Хвост надо начесать, да? Все. Игра напряженная, народа много, Чалик. Еще я погуляю с тобой. Вот завтра будет, наверное, выходной у меня, ребят. А, завтра пролига. Нет, завтра выходного не будет. Но кроме пролиги, я думаю, завтра я ничего другого делать не буду. Поэтому как-то так. Гейты открываются. И второй робо у Стрэнджа. Плюс 2 есть, делается армор. А где? Вторая фаржа где-то у Стрэнджа, что ли, заработала? А где армор-то делал? А, вот, да, вторая фаржа у него есть. Каз делает выход. 139-122 по лимиту. Лимита боевого у Каса больше, кстати говоря. Адепты врываются в танки, в мариков, во все юниты. Приходит два зелка. Здесь колосс вперед двигается. Кас-то, кстати, разваливает здесь. Танки под контролем немножечко. Отвез назад. Что, Стрэндж развалится сейчас, что ли? Ну, пока еще не развалился, но больно Стрэнджу было, я вам скажу, честно говоря. Прилетает Мазеркуру, Верчаш выставляется раз. Здесь спличенные все юниты, начинает Стрэндж ушатывать медиваки. ГГ, Кас пишет. В общем-то, на секунду мне показалось, что может быть все для Стрэнджа печально. Но для Стрэнджа... Что, больно? Ладно. Че рычишь? Молодец. Ну, все нормально для Стрэнджа в итоге. Стрэндж против Блая. Сюда-то мы и будем врываться. В общем-то, Стрэндж Блая мы ожидаем. Очень скоро начнется игра. С Чарликом я имел в виду, что подальше куда-нибудь на речку сходим покупаться там. Его покупать или в деревню, может, съезжу. Вот пока времени нет, пока здесь около дома только гуляется Чарлик. Так, ну что, Стрэндж Блай на горизонте, ребят. Как вы, я думаю, поняли все. Это полуфинал GoFSK по другой части сетки, что происходит. Сегодня GoFSK, который надо брать, я смотрю. По другой части сетки два поляка. Короче, славянский, в общем-то, финал. Будет. Soul Art это Протус и Тиран, а здесь Блай Стрэндж это Протус и Зерк. Не знаю, даже предположить не могу, кто там выиграет, но я видел, как Стрэндж шатал Соула точно. Ну, Арта может ли Стрэндж ПВП зашатать? Конечно, может. Так, давайте Стрэндж, отлично. Не знаю, кто из поляков пройдет, но я думаю, Соул посильнее все-таки, как бы. Поехали, Blast Range. ПВЗ у нас. Недавно Стрэндж Блай одолел 2-1, я не помню, что то за турнир был. Вот, по-моему, тоже Go4sc2 в прошлый раз просто. Или, финалы месяца, по-моему, это были Go4sc2. Стрэндж одолел Блая, потом он проиграл в полуфинале кому-то, насколько я помню. Бистику точно он проиграл, я считаю, пригорал, что Бистик, мертвый Бистик, выиграл Стрэнджа. Но Бистик оказался не самым мертвым. Так, здесь золото у Блая, в общем-то, у Стрэнджа. Что, у Стрэнджа гейт газ Нексус, все стандартно тоже. Разве поляки славяне? Нет, не славяне. Славяне. Славяне, Вась, славяне. Ну что, ребят, кибернетчика, голосовалку, говорите, давайте подвезу сейчас голосовалочку. Голосуйте. Так, варп адепт, Стрэндж заказан. Блай переводит 9 дронов на золото. Решение верное. Сейчас добыча подскочит. Ну, не до небес, но выше Стрэнджевской будет она намного минералов. Имеется в виду. И Блай будет выходить вот в эту базу, судя по всему. Да, вот уже 1200 на 800 практически. Ну, нет, ну, будем считать 1200 на 900, можно сказать. Да, здесь добыча. И Блай там что? Блай маслингов делает. Вот уже я видел один раз, грызали тебя от Блая на этой карте, как бы он Стрэнджа сгрыз. Кастрэндж не сделал стенку. Блин, если сейчас будет повтор, то это будет вообще провал. Опять Блай масит лингов, Эволюшн Шутс, это улын от Блая, полный улын. Линги бегут вперед, стенку Стрэндж закрой, ё-моё, наконец-таки. Вот пробка выходит, да, ставит стенку, в этот раз гей чуть пораньше, но Мазеркор отсутствует полностью, целиком и полностью. Так, здесь линги все новые и новые бегут, Стрэндж проезжает, сейчас Эволюшн спалит. И поймет, что происходит. Да, все, Стрэндж прекрасно понял, что здесь происходит. Нужен оракул срочно здесь Стрэнджу. Второго адепт берет на мейн. Мазеркор на второй. Стрэндж готов. Я бы здесь на месте Стрэнджа даже пилоном просто застроился бы полностью и не парился вообще. Так, здесь Стрэндж встретил. Поставь ты пилон знакомый сюда. Адепта отвел подальше, Стрэндж. Врыв на мейн идет, адепт видит. Да, адептом видит Стрэндж это все дело. Блай подлетает, все, сюда дропаться. Не бесполезно, но на самом деле уже не зарешает этот дроп. Два адепта встречают, нужно пробок выводить по ходу дела. Здесь Стрэндж пилончик запилил. Блай сейчас с двух оверов начнет разгружаться, а с двух уже опасно на самом деле. Надо пробками помочь Стрэнджу. Сейчас в обороне самому ж себе. Поднимает своих адептов, и Блай все равно прожимает Стрэнджа, ё-моё. Какие от Стрэнджа ошибки страны? Так, здесь филд кривейший. Нужно пробок брать, пытаться пробками отбиться. Ну, здесь пробками не отбиться. Гейты открываются, ну, как-то поздновато у Стрэнджа. Короче, Блай здесь давит очень и очень жестко, я вам скажу. Здесь Блай давит. Падает застройка. Это минус Стрэндж, это 1-0 Блай. Все вот было, готов был. Но, хотя не, еще погодите, еще рано пока говорить о ГГ полном, но... Вместо Фениксов, если бы Стрэндж Оракула заказал, он тоже бы отбился, я абсолютно уверен в этом. Но Стрэндж не заказал Оракула, Стрэндж заказал зачем-то Феникса вот этого. Он думал, что с одного овера Блай будет дропаться, а Блай дропался с двух оверов. По итогу как бы полный провал. Вот Оракула Стрэндж запиливает, пока рабов еще, кстати, больше, чем у Блая, что самое интересное. Успеет Оракул застроить, если не знаю. Зачем варпить адептов под лингов, тоже для меня загадка. Варпаниты на мейн, все равно здесь отданная база вторая фактически. Так, оракул готов, нужно дэмэдж рубать. Принимает бой лингами против лингов пробочками Стрэндж. Линги все бегут и бегут. Второго оракула строят. Гейт не открыт почему-то на второй базе. Адептик варпит. Сейчас оракул все еще ждет. Но энергия кончается. Нет, здесь Стрэндж все равно проиграет. Пользователь Пашкин активировал премиум на ваш канал. Оракула первого нужно Стрэнджу было строить. Выходит еще оракул. Пока Стрэндж держится, но боюсь, я же все равно здесь не хватит Стрэнджу. Просто ему ресурсов не хватит для того, чтобы подбиться. Линги бегут просто по КД. Ничего с этим не сделать. Их просто не остановить. Рабочих 8 осталось уже. Все равно ГГ. Был бы один овер, и линги дропались с одного, Стрэндж по легкую подбился. Блайд дропнул с двух, и просто к этому Стрэндж был не готов. Вот это StarCraft, в этом есть StarCraft. Все как бы маленькая, казалось бы, маленькая деталь. Ну как маленькая, это немножечко другое совершенно исполнение. С полной улын. Стрэндж этого не понял, что полная улын, и все, не отбился сразу же. Ну а с Блаем 0-1 проигрывать опасно чем? Тем, что Блай сейчас руки ему будут развязаны, начнут скинуть прокси плетки, какая-нибудь шляпа. Так, куда-то Блай вышел. Так, ребят, все, поехали. Блай 1-0 ведет. Вторая игра Стрэндж против Блая начинается. Новый Гетисберг. Карта у нас. Все, я здесь целиком и полностью. дети во дворе. А что им делать во дворе? Конечно, не играют. Эти же дети. Ну вот, я же говорю, Блай будет вести 1-0 и начнется скилуха просто. Это прокси-плетки, походу, там от Блая. Поехал дрон, Стрэндж приезжает. Кот поехал-то, заедь ты мейн проверь, ё-моё. Здесь уже хата под тобой строится. Все, поехали дроны, Стрэндж видит пул. И чего? Это ГГ практически. Почему? Потому что плетки здесь не отбить просто Стрэнджу будет. Может, имеет смысл зелка запилить? Стрэндж ничего не запиливает, хату не проверяет. Это провал, ошибка от Стрэнджа. Нужно вниз спуститься. Конечно, здесь хата, вон она стоит. Все, хата готова, Стрэндж видит и чего. Сразу плетка пошла. Что вот сейчас сделать? Ничего не сделаешь, вообще ничего не сделаешь. Батл так такой же. У меня раньше 810 был. Давно как-то еще более. Почему сейчас такой стал, я не знаю. Все, Стрэнджу нужно на хайграунд переселяться, уже это факт. Потому что здесь ему, отбивать здесь ему нечего на лоу-граунде уже. Я бы на его месте даже бы, наверное, запилил бы дома роба какую-нибудь или что-то такое. И надо стенку вот здесь начинать делать новенькую Стрэнджу, иначе беда. Пилон падает, ну так первый пилон, сейчас второй еще будет. Так, выходит зелок. Зелка надо законтролить, нельзя давать сразу окружить. Зачем его давать окружать? Верчаш запилен, Стрэндж бомбит. Здесь лингов очень неплохо бомбит. Неплохо нарезал. Здесь готов адепт. Да все, уходи ты на мейн, стенку делай. Ну. Так, пошла стенка. Плетки уже на ХГ перекапываются. Сентря сейчас у Стрэнджа будет. Угла через пару секунд уже муфлингом будет готов. Стрэндж отступает наверх. Третий пилон ставит. Все, здесь нормально, все надо отбиваться на ХГ. По рабам Стрэндж, в принципе, в плюсе. Хата это не на минералах, поэтому, в принципе, более-менее еще. Кибернетку обязан Стрэндж восстанавливать. Гейтов у него тоже нет и не будет пока больше гейтов. Вот, чтобы так жестко не прогорать, чтобы всю стенку не терять, а сразу на мэне начинать расстраиваться, нужно разведывать лучше, на самом деле. Так, Блай пытается бомбить. Оверчаш нужно ставить. Вставляет Блай оверчаш. Стрэндж оверчаш, простите. Блай пытается прогрызть. Уже все, плеточки снизу подкапываются, но очень много лингов Стрэндж убил сейчас этим оверчашем, честно вам скажу. Сейчас будет готов Immortal через пару секунд. Блай пытается прогрызть Стрэнджа. Блай прогрызет Стрэнджа здесь рамку. Стрэнджа... Проблема в чем еще потеря кибернетки вот это снизу? Ни о каких варпах речи просто быть не может в данной ситуации. Мазеркор погиб. Да, погиб Мазеркор. Это печально, крайне печально для Стрэнджа. Похоже, что это ГГ. Потому что Блая сейчас лингов просто станет десятки здесь. Количество просто гигантское лингов будет. Плетки перекапываются еще выше и все, здесь не отбиться уже. Так, Мазеркор сейчас выйдет. Может, с Мазеркором принять бой, я не знаю, имеет смысл. Верчаш выставляется, надо плетки шатать сейчас. Адепты Immortal этим, собственно, сейчас и заняты вовсю. Центря очередная добавляется. Здесь королева пытается пройти, королева падает номер 1. Филды у Стрэнджа есть, нужно пробок брать вперед, блин, без пробок не отбиться. Филд неплохой, может подзайти сейчас. Так, линги заходят, линги пытаются и маз грызть. Здесь же пробки, пробки вот только сейчас берет Стрэндж, надо давно. Вот как только Блай перекапывался, я думаю, что Стрэнджу нужно было с пробками сразу попытаться отбиться. В итоге Блай Стрэнджа убивает, но я говорю, с Блаем проигрывать 0-1 опасно. Нужно всегда знать, разведывать эти стандартные места для всяких прокси-хат вообще. ГГ, пишет Стрэндж. Я не понимаю, просто люди, зная, что играют с Блаем, как бы они играют стандартно. То есть едут что-то там разведывать куда-то, да сразу проверяй рядом все, как бы, и все. Тем более, бла 1-0 выигрывает. Тут надо, ну, быть уверенным, что какая-нибудь хрень пойдет. Все. Скорее всего. Еще и стенку на лоу-граунде. Ну, строишь ты Нексус. Гейт, газ, Нексус у тебя бил. Да, допустим. Нахрен тебе эта стенка? Ставь ты ее на рампе, блин. А если что, Нексус отдашь. Если он не будет чизить, так он и никак его и не убьет в любом случае. Вот. Ну, короче, ладно. Что тут говорить? Стрэндж выводы сделает из этого. Ну, кстати, уже не первый раз он отлетает. Так, а во втором полуфинале что там у нас? Сул против Арта. Бьется он или что там? Бьется. Счет без понятия какой. Ну что ж, до финала. Блай будет в финале биться Бу-5. С кем, пока неизвестно. Арт, либо Протс, либо Соул Тиран. То есть зеркалки уже точно не будет. Я думаю, что вот Каблай заходил на ХГ плетками, Стрэнджу нужно было что сделать? Ему нужно было взять, как раз Мазеркур выходил, взять всех пробок, вывести, пока плетки не вкопались пробок, Мазеркуром сразу выйти оверчаш выставить, стараться от королев отвести его назад. Может быть, это шанс последней надежды для него был бы. Ну, посмотрим, что было в финале пока что. 50 баксов он уже выиграл. Druga jeszcze tutaj próbuje jakoś podłapać zawodnika trenerskiego, ale wycofanie się tych jednostek nie jest i o tym, że tak, słyszu. Liberator będzie w stanie swoim własnym trenerskim kółkiem Polska zablokować. No i właśnie Warpin czeka, czy jest Polska Речь, или как там будет, вообще не знаю. Вот. Ну, Сол здесь ведет, смотрю, 1-0, и в этой игре вроде как у него все нормально по лимиту. Ну, нужно Стрэнджу фаржу, наверное, да, было ставить, мне кажется, тоже как вариант. Почему? То есть, проблема в чем сейчас у Стрэнджа была? Кибернетка на лоу-граунде у него. То есть, единственный пилон на лоу-граунде, кибернетку он там только мог запилить. В итоге варп отменен. А что без варпа можно сделать вообще? То есть, там юниты строятся... Не, ну юниты это строятся, но с варпом выгоднее гораздо это все делать. Так, Соул идет вперед. Что-то там рабочие катаются. Дистанс майнинг, что ли, пошел? А, ЦЦшку новая вылетает, да, дистанс майнинг пошел. 666 людей в чате. Да, людей было много достаточно в чате. Disruptory, pierwszy purification nowa, drugi także, troszeczkę się pospieszył z tym wszystkim Art, mam wrażenie, że no mimo wszystko tych dwóch nie potrzebował. No to przyszedł Soul, 3 minki zaletają na trzecią bazę teraz. Minki kapają, reagują, proc teraz. No odpalają, ale nie jakoś tak fantastycznie, rzucić 3-4 proby zostaną zniszczone i to w zasadzie będzie tyle na ten temat. В это время Soul прессует четвертую, Арт пытается дестабилизаторами отогнать его, но дестабилизатором, либератором точнее, не страшны дестабилизаторы. Вот они либератора начинают бомбить сейчас, дестабилизаторы делают залпы, ЕМП есть у Соула, гасты подошли, Соул в хлам разваливает сейчас Арта. Или не в хлам, или не разваливает. Разваливает, разваливает. Так, под либератора отошел назад немножко. Гасты по адептам великолепный дэмэдж имеют. По центрям тоже они очень хорошо атакуют. Приходят еще гасты. ЕМП по центрям по всему там падает. 96-65 это минус Арт. И Блай будет биться Солом. Это будет ТВЗ у нас в финале. 16 числа была команда, анонсируется новая, он об этом говорит. Ну что, ждем финала, сейчас почеркает лайкарты. Я хочу кое-что сделать, сейчас я вернусь. Так, все, я здесь. А вот и Блайв чатик подоспел. Так, все, Блай заходит. Тигра, что за утка? Утка это кто? Посмотрим, что за утка. Еще увидим, да, я думаю. Все дела. Ну что, ребята, финал Блайд против Соула. Даже переименую я, пожалуй, стрим. Ну все, погнали, ребят. Это Бо5, кстати говоря. ГЛГ пишет Бай, ХФ пишет Соул. Поехали. Ну что, посмотрим, чем Блай удивит. Я думаю, Соул готов к его всяким прокси-хатам. Я прошу прощения. Я видел, как здесь Блай с каким-то тираном играл, не буду брать с каким. Уж не в Китае или на турнире с кем-то. Играл муткой двухбазовой очень ранней на этой карте. Я думаю, что сейчас мы ее и увидим. Потому что если Блай не делает нидус, если Блай не делает пуш какой-то с реводжерами, если Блай не делает прокси-хату, то Блай делает двухбазовую мутку. Вот. И пора бы всем об этом знать, на самом деле. Ну, не все просто только игр, как я, смотрят Блая. Ну, вот. Как-то так. Так, естественно, я играю в StarCraft. Но не тренируюсь уже, чтобы выступать на турнирах. Рипер готов, летит вперед. У Блая мув заказан 2 королевы. Здесь реактор и факта пошла. Вполне возможно, что мы увидим здесь прессинг с танком. Так, ну что, пытается Блай Рипера поймать. Не так просто это сделать. Рипер улетает Ницца. Где он здесь? Вот ему куда? Он на мейн, кстати, к себе не может полететь. Вот если Рипер сюда залетел, ему флингом есть, его надо уже ловить. Здесь вот через эти-то он прыгать не умеет штуки. Разве что вот за минералы сюда приходишь, кидаешь гранатку под ноги себе и триком выпрыгиваешь в другую сторону, кстати. Идет на таких картах, нужно пользоваться такими вещами, потому что с неожиданного направления можно резко ворваться. Летает Рипер, спорку властает, молодец, успел спорку запилить. Линги что-то туда-сюда бегают, линги пока что без мува. Да, танк строится, и да, это с мариками будет под выход сейчас от Соула. Лейер почти готов. Шпиль, кстати, у Блая не успеет, я так смотрю, готовности танка мариков. Одного дрона Соул все-таки подрезает. Ничего хорошего в этом я не вижу. Не нужно было Блая абсолютно здесь эта потеря. Но один дрон, что это такое? Это никогда критичной потери не было. Хотя нет, вру, как никогда, не говори никогда. На самом деле, когда-то это было, но не в такой игре, как начало еще. Что будет из-за фотони, чел проиграет прокси-хат, он убьет тебя с прокси-хаты мейна, а на прокси-хаты дистанс-майнингом начнет добывать, и тебе будет ГГ просто. Других вариантов я не вижу. Какой бюджетный микрофон для стримов? Я не знаю, зачем тебе какой-то бюджетный микрофон. Вот, есть наушники и у них есть гарнитура. Все, я раньше так и стримил. Просто потом решился получше микрофон взять уже. Когда народу уже много смотрело и там на звук, ну, хотелось звук получше. Ну, а гарнитура у всех наушников практически есть нормально. Так, идет прессинг на Блая сейчас. Линги выходят, не надо вперед их вести. Здесь два танка плюс малики. Шпиль у Блая еще не готов. Линги заходят очень неплохо. Куда ты, Блая, их водишь-то взад-вперед? Что ж ты творишь-то, Блая? Соул разрывает Блая. Очень похоже на 1-0. Блай кривейшим образом здесь законтролил. Это минус Блай. Линги что-то бегали на муве сейчас. Попытался выбить медивак. Медивак было не выбить. Печально, в общем-то, 66-58. 68-58 по лимиту. Вот, так, MLB LADP на Твиче. Если у тебя HotS, то ты никак не можешь играть с Lotv. Это разные вообще версии игр. Ну, вот у кого HotS играет с тем, у кого HotS. Естественно. Вот это отдельное дополнение, его надо отдельно покупать. Сейчас оно стоит там 300 с лишним рублей на G2. Но Блай все-таки муткой отбивается. Рано я что-то Блая хоронить начал. Но я его еще полностью не похоронил. Я сказал, что скорее всего, возможно, да. Но ситуация крайне неприятная, тем не менее. Но вот сейчас Блай 4 мариков подрезает. Видит Либератора. Здесь, кстати, несколько мариков есть. Линги заходят на мейн, на халяву сейчас просто прошли все. Но Блай отпустил их зачем-то под туретку. И сейчас от Либераторов терпит. Так, ну все равно удачная контратака от Блая достаточно таки. Но надо продолжать шатать. Вот. Озбин Рил-Рил, привет. Ну и, кстати, Lotv не зависит от HotS, от WoL. То есть он отдельно покупается. Как бы. Он не накладывается. Вот, в отличие от того же HotS, которого для того, чтобы HotS работал, нужно, чтобы и WoL был у тебя, да, как бы. Лотве такого не нужно. Улетает Блай. Ни в коем случае останавливаться нельзя. Со следующего залпа может вся мутка развалиться просто. Третью хату Блай делает и делает Роуч Ворон на самом деле. Задержка 2 минуты, помните об этом. 3 Либератора уже у Соула. Ни в коем случае с ними нельзя драться. Здесь много мариков. Но нету пока даже медиваков. Еще один реактор Блай на рампе выбивает. Тут Соло выбивает и пушку. Очень верно Блай делает, что шатает, не останавливается здесь Соло. Нужно под третью хатку бы сколько-нибудь дрончиков-то заказать, бы штучек бы лишних, бы еще с 46, 10, чтобы 56 было бы, вообще было бы круто. Ну, Блай улынет сейчас с роучами, по-моему. Он на ХГ не сможет зайти, очень проблема. Блай надо пробивать камни и заходить вот отсюда, тогда вот сюда, скорее всего, я думаю. Здесь мутка опасно очень летает. Ой, Сол вычинил туретку. Блаю не получилось все пробить сейчас. Но Блаю не то, что везет постоянно, ну как-то не может зашатать жестко его. Соул, Криптумор надо сюда, кстати, Блай протянул Криптумор просто. С мейна прямо вот сюда, интересно на этой карте, да? С мейна вниз сюда, и уже у мейна Соула находится Крип у Блая. Пробивает Блай камни, да, он будет прорываться как раз таки с того направления, которым я сказал. Все, я молчу, ребята, просто слитая вся мута в Либераторов практически, ну не вся... 7 муталисков. Нет, не все здесь 7. Ну, короче, 5-6 сейчас слилось в итоге. Идет Блай вперед, Роучи Реводжерами. Соул видит, лимиты одинаковые практически. Блай умудряется подловить оппонент своего сейчас на муве. Просто фаерболы пошли. Так, по марикам, по танкам заходит, очень неплохо. Либераторы пытаются. Блая, можно сейчас в стек либераторов хорошо бомбануть просто. Одного убивает, двух демеджит. Блай мог бы и больше забрать, успеть. Паузу Сол просит. Что-то случилось. Не знаю, что случилось. Вот. Ну что же. У Соула есть +1, у Блая отсутствует. У Соула двухбазовый прессинг. Если Блай сейчас будет грамотно выбивать либераторов и выбьет их, то плюс Роучи еще добавится, и он нормально сможет отбиться. Вот Блай только что в чатике недавно писал, грейды не нужны ему. Но делает армор. А что мешает раньше сделать атаку рейнджовую, например, если ты играешь Роучи Ревелджеров, вот эту свич с мутки, просто Evolution 75 и 100-100 вложи, все, усиль свою армию +1. Ну, Блай говорит, что грейды не нужны, и он не проигрывает. Ему кто-то писал там, почему ты проигрываешь? Где я, говорит, проигрываю, Блай? Нигде не проигрывал вообще, как бы. Если проиграл, то случайность, как бы, там где-то. Поэтому грейды не нужны. Не, ну, тут Блай не прав, конечно. Немножечко все-таки надо... Надо грейды делать, и надо иногда прислушиваться, на самом деле. Потому что иногда и полезные советы присутствуют. Не всегда только ГМЛ, в кавычках, эксперта из чатика. Вот, Соул давит, Соул уже больше, чем Блай, идет он вперед, масс либератора, масс танки. Фаербулы Блаю нужно сейчас выкидывать, фаербулы пошли по либераторам. 3 минус либератора, отступает Блай назад, Соул раскладывается еще ближе. Блай пытается здесь что-то сделать, фаербулы кидает, либератора минусует, но 15 роучки же заказан, надо с дронами идти вперед, танков очень много, дроны наламываются, фаербулы пуляются, это минус Блай, ребята, Соул 1-0, ждем вторую игру. Сканит Соул, видит, что у Блая ничего нету. ГГ пишет. Захожу во вторую игру. Ну что, Соул 1-0 в этот раз кросс 3SP, я думаю, в этот раз попроще будет мутку его любимую выйти, а может это и не мутка будет. Привет, Милка, что ты там на Твиче делаешь? Так, ну что, здесь у нас Рипер, да, Рипер ЦЦшечка стандартная. Угла и газ вовсю добывается. Будет мув, естественно, хотя, может и не будет, может будет лейер, там, роучи, нибус, я не знаю. Ну что, ребят, отвлекся на чатик. Всех я приветствую, народа больше 1000 человек. Мне очень я рад. Вот. Этому. Ну, помните, что желательно и от блоги отключать, и на премиум подписываться, и поддерживать мой канал. После вот этого финала в районе 19:00 начнется ВЦС, но сначала там будет выступать Дэвид Ким, потом там будет какой-то флут со стороны Тода, со стороны там всех, короче говоря, комментаторов, аналитиков и тому подобных персонажей. Ну, прилетает здесь Соул, конечно же, теряет Рипера. Убла есть мув, убла есть лейер, два газа добавляются, очевидно, это шпиль. Вот, будет третий хат, пока не знаю. Вот, ну и в общем-то не расходитесь, перед ВЦС я себе чайку заварю, возьму там паузу небольшую, в общем-то, и будем смотреть мы уже топовые игры. Но это тоже игры хорошего уровня, да, у нас идут, но все-таки эти игроки не представлены на ВЦС, к сожалению, хотя Бла ездил на ВЦС, в этом вообще в ВЦС ни одного СНГшника не прошло, к сожалению. Вот, опа, скилушечка пошла, ребята, Нидус. Не, может, Бла и прав, в принципе, ему грейды и не нужны, как бы. Зачем грейды делать, если Нидус идет? Ну что, если Нидус не зайдет, то Бла будет больно, скорее всего. Здесь Линг пытается Гелика сгрызть. Линги с Мум, Бла и сплетанул 2 по 2 сейчас. На 2 Гелиона, на каждого по одному Лингу, по 2, точнее, на каждого направил. Так, ну что, садится все в Нидус. Здесь есть мертвая зона, где вообще не видит оппонент Нидуса. Посмотрите, вот Нидус пошел. Сейчас, кажется, у Сола бомбанеска будет. У Сола 30-шечки, а у Блая уже сейчас выйдет к нему. В гости придет. Так, 6 роуч есть, 4 королевы. ЦЦшка летит, и сейчас просто оп. А здесь королевы поперли. Поперли королевы. Здорово, братан. Покушать принесли, короче. Вот. Заходит роучи. Убей, ё-моё, здесь Тим через несколько секунд будет готов. Блай сделает и что-нибудь. Блай ничего не делает, но если он убьет всех юнитов до готовности Стима, это тоже как вариант будет. Но это 1-1, ребят, это факт. Г. Г. Ну что же, ну вы все поняли. Ждем третью. Анкл XX, привет. Twitch канал, ну как продвигаю? Я хочу, чтобы там было много народа. Я хочу, чтобы много народа смотрело StarCraft, чтобы смотрело вместе со мной. Да и если и другие стримеры будут крутые и будут много стримить, будут делать турниры, будут комментить, я тоже только за ВСНГ, как бы, игроки будут. Это будет великолепно. Вот. Но не всегда я Twitch использую. Почему? Например, сегодня там Корею я стримил, я его не использовал. Сегодня я буду стримить ВЦС, я его отрублю, потому что стрим забанят, как бы. То есть, где я официально стримлю, там побанить могут, как бы. В этом плане GoodGameRU+, поэтому кто на Твиче, в описании там есть ГГ канал, поэтому вступайте в группу также ВКонтакте, она тоже есть в описании там канала, соответственно. Так, группа есть ВКонтакте? Я что-то не понял, группы ВКонтакте нету на Твиче. Ну, на ГГ канале, вот там основной канал ГГ, двумя восклицательными знаками, под окном плеера вы можете увидеть, соответственно, вот. Короче говоря, добавляйте, кому нравится StarCraft со мной смотреть, вот так вот. Да, вы ничего не пропустите, точно. Почему вчера рестримил, сейчас игры, потому что ВЦС и Go4sc2 это разные турниры, братан. Очнись. Пойми это. Ну что, ребят, начинает следующая игра, в лайв пришел. Так, что-то Соул там плачется. Что там Соул плачется? ГЛ, ХФ. Так, Блай говорит, я убил Рипера разок. Получается. Да, говорит Сол, я надеюсь, Дэвид Ким починит эту игру. Такая плохая игра. Только билдордер, по билдордеру победа. Good for you для Блая. Блай говорит, я выигрываю у тебя макро каждую игру. Ну, что-то в первой не получилось. Блин, ребят. Лайдстрим. Я не смотрел фильм «Бивень». Я хз вообще, что за фильм. Ну, если хотите, подписывайтесь и на Twitch. Мне на самом деле пофиг, как бы, где вы будете подписаны, потому что по факту людей не увеличится, да, как бы. Тем более у меня на Твиче даже премиума нет, то есть у меня там не настроено ни хрена, как бы, да. Качество, там только source, то есть он используется только для рестрима. Я так понимаю, если там премиума нет, у меня и заработка там даже с рекламы никакой нет, привет Рицу. Вот, но... Если через Twitch будет больше людей обо мне узнавать о StarCraft, это очень будет круто, как бы. Но это факт, что так и происходит. Так, куда-то Соул полетел. Че он творит-то вообще? ЦЦшки полетел подсвечивать овера. Ни хрена он дает жару вообще. О, дает. Погодите, а че Блай-то вообще? 4 линга погибло. А, он это лингами ЦЦшечку и нагрыз. У Блая делает селейр. Опять что ли Нидус по скиллухе заходит? Блай хочет поджечь Соулу его пуканчик, что ли? Я не понимаю, или что? Пища в чатике, что я выигрываю тебя каждую игру в макро и убивая нидусами при этом. Вот. Так, вот да, сейчас никто не играет. Вот. Ну нет, кто-то играет, но лучше в Lotv, конечно. В StarCraft такая игра, что у нее в принципе не дико много народа прям играет, но достаточно. Ну, в Lotv больше гораздо играет. Вот. Ну и в WoL до сих пор играет, я уверен, если на ладу зайти, можно увидеть это все дело, да, как бы. Можно найти игру. Так, спалил сейчас, похоже, чем? Рипером, да, спалил Соулшпиль. И идет вперед, идет... 9 мариков, и танк вперед летит. ЦЦшечка на мэне вычинивается, один танк на муве поехал вперед. Блаю нужно понять, что к нему идет выход сейчас, заказать лингов поболее. 4 королевы есть, 11 лингов. Вот камни вот эти, блин, эти камни мешают всему всегда, на самом деле, их надо убивать. Так, приходит Соул. Блай изи отбивается здесь. Двигает танк. Пытается и второй забрать. Один выстрел королеве. Жаль, как жаль. Сейчас бы и медивак, и танк мог бы погибнуть, но не погиб в итоге. Так, Блай пытается танк поймать. И смотрите, минус медивак с танком сейчас произошел. 52 лимита на 84. Блай прибегает убивать танк. 3G пишет Соул. Блай умудряется Соула просто разорвать, как тузик грелку сейчас. Я даже пропустил момент, где Соул проиграл после того, как Блай отбился. Но фактически, когда Блай отбился, Соул и проиграл, на самом деле, ребят. Вот, ждем продолжения. Ну что, ждем игру. Так, что, Бу3, что ли? Я надеюсь, что нет, потому что хочется еще игры увидеть. Но если да, то Блайт А выиграл уже, получается. Иногда бывает на Бу3 договор... А, не. А, Блайт тут лингами еще подгрыз. Так, почему-то здесь не то что-то на хосте. Не знаю почему. Так, ребят, что сейчас было-то, я чуть не понял. Соул отменяет барак и решил, что в ЦЦшку первую он сыграет почему-то. Сейчас, секундочку. Блайт 2-1 ведет, что тут чатик был? Too smart. Не понял, о чем Соул говорит, не понял. Может, я пропустил какой-то чат до игры? Ети 911 на Twitch спрашивает, долго до среднего уровня учится. Смотря что ты средним уровнем считаешь, как бы. Ну а StarCraft игра тяжелая, очень тяжелая в плане того, чтобы на самом высшем уровне играть. Да и на среднем тоже непросто. А, погодите. Блай спалил прокси, бараки и отменил, походу, Соул, да? Их я вообще не заметил, я отвлекся. Сейчас мне какой-то чел добавил скайп, говорит, дай мне скайп, Stranger, please. Улучшение завершено. Кому навешать? Режим готов. Наши КСМ атакованы. Режим готов. Так. Ребят, я дико извиняюсь, но я абсолютно все пропустил. Блай Соула лингами убил. Блай поджег пердак Соулу во второй игре Нидусом и добил его просто вообще. Короче, я дико извиняюсь, проморгал всю игру. Пользователь Рича активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Рицо. Ну что там? «25 минут до ВЦС, ребят. Давайте сейчас сыграю я. А, погодите. Давайте я стоп-старт сделаю, задержку уберу.